Самым активным и неравнодушным красноярцам вручили заслуженные награды. В Большом зале краевого правительства их получили больше 60 общественников и представителей бизнеса, принявших участие в благоустройстве города. Каждый из них внес свой уникальный вклад в преображение Красноярска. Кто-то на добровольных началах контролировал ход ремонтных работ, кто-то превратил свой двор в настоящий цветущий сад, кто-то за собственные деньги наводил красоту в парках, скверах и на городских улицах. Я хочу искренне поблагодарить всех вас вместе и каждого в отдельности за большие и малые дела, которые сделали вот в этот сезон мы с вами. И я уверен, что вашему примеру последуют тысячи красноярцев, и тогда через короткое время мы получим наш замечательный город в таком виде, которым по-настоящему будем гордиться. Низкий вам поклон, огромное спасибо. Важно, что люди преображают город по собственной инициативе. По признанию многих, все начинается с одной клумбы перед подъездом, красивой лавочки или необычной фигуры во дворе. И уже глядя на эту красоту, к активистам присоединяются десятки других горожан. Это похоже на вирус, который помогает сделать краевую столицу красивой и по-настоящему уютной. Развитие города заключается и начинается прежде всего с развития малой территории. Для нас это двора. Если каждый двор вот так помаленьку, каждый житель будет относиться к городу как к родному дому, то и город будет лучше. Я считаю, что каждый, если даже просто по одному саженцу вырастет и подарит городу, то это будет просто цветущий сад.